Я создала новый YouTube-канал, на который буду выкладывать стильные находки и фэшн-образы. Буду рада вашей подписке, а также не забывайте про мой Telegram-канал. Ссылки в описании. XX, с вами Блин. Всем привет, я Алиса. И сегодня у нас с вами просто шок-выпуск, потому что я увидела Эйфелеву башню, Леди Баг и Суперкота. Да, этот видос мы начинаем с просто вишенки на торте. Знаете, он стоит 140 евро, это 14 тысяч рублей. Как вы думаете, это дорого или дешево? Посмотрите, здесь есть более 40 аксессуаров внутри. Куклы не входят в набор. И, я так понимаю, к вами все-таки входят. И вот так вот раскладывается эта Эйфелевая башня. Ну, типа, это прям реально крутой подарок. Я бы мечтала о таком, если бы я сейчас играла в куклы. Вот, также здесь еще голова Леди Баг, но мы ее с вами видели еще месяца три назад, если вы смотрите мои Reels и YouTube Shorts, то вы видели уже. Также есть еще милые, очень классные, такие вот плюшевые игрушечки. Так, мы аккуратненько все кладем на место, стоят они 1000 рублей. И есть еще комбо сюрпризы Леди Баг. Мы с вами видели розовые версии, а здесь почему-то уже оранжевые, я не знаю. И на них еще сейчас какая-то скидка, типа 26 евро, 2600 рубля. Ну, наверное, нормальная тема. Также здесь есть еще вот такой вот наборчик, телефон магический. Да, вот такая вот у нас штучка. А внизу мы видим костюмы Леди Баг. Здесь, смотрите, все, чтобы никто не воровал, ничего. Этот стоит 3200 в рублях. Здесь еще с маской в наборе. И есть еще вот такой вот за 24 евро. 2500. Здесь вот у нас маринет Леди Баг. Вот так вот графическое, голографическое, вернее, изображение есть. И расчет это на 7-8 лет. 130 сантиметров. Еще бы чуть-чуть, я, кстати, 160, и подошло бы мне. От чего я в дичайшем восторге, в дичайшем просто шоке. Это маринет Леди Баг 2 в одном, который меняет свое платье. Я буквально недавно выкладывала ТикТок про эту куклу и была вообще в шоке, что такое выпустили. И я ее держу в руках. Вау! Я, конечно, когда вообще увидела этот стенд, я такая... снимать! Здесь есть еще классическая Леди Баг. Ну, по сравнению с тем, что вы тут увидели, это уже ничего особенного, да, классика такая. Ну и еще здесь красуется одна одинешенькая Queen Bee. Что она тут забыла? Ну, видимо, никто ее не хочет покупать. Да, но Эйфелевая башня, ребята, это просто капец. Ну еще здесь есть светящийся в темноте фёрби. Стоит он 7000 рублей, а справа мы можем увидеть фиолетового, более классического. Есть еще и оранжевый, а есть радужный. Но это мы видели с вами в прошлых магазинах, не здесь. Голова Эльзы, холодное сердце, стоит 60 евро, 6000 рублей. Дороговато, наверное, для одной головы. Хотя сейчас такие расценки на кукол, что, ну, все окей, да, давайте будем считать, что все окей. Теперь можно осуществить свою мечту у девочки, купить Дайсон, более простой версии, да, стоит 4000 рублей. Ну, мне кажется, это только портить волосы, так что не советую. Монстряшки, кстати, если вы еще не смотрели распаковку Wednesday Addams, которую как раз-таки нам предоставил King Joy, где мы сейчас находимся, то смотри этот видос обязательно. Здесь, короче, есть Monster High Draculaura с тачкой, 86 евро, а наверху мы видим вещь Wednesday Addams, костюм, а... справа, справа у нас какая-то очень интересная видео. Я вообще не понимаю, что это, но вижу Ариану Гранде. Все, на этом мои знания закончились. И делает это Mattel. Еще сюда завезли Monster Mysteries, вернее, Scultimate Secrets. Ладно, в общем, по 40 евро есть кладиша, и наверху мы видим за 4000 рублей Клео Денил. Больше 125 луков. Прикольно.
еще 90-сантиметровые Эльзы из холодного сердца. Кстати, стоят они по 8 тысяч рублей. Что думаете? 8 тысяч, 80 евро. Ну, зато какая кукла. У меня, кстати, есть Аврора в такой вот версии. И она была подарена мне на Новый год лет 10 назад, если не больше. И до сих пор стоит в углу, пугает меня ночью. Смотрите, адвент-календарь Барби за 4500, то есть 45 евро. И здесь кьюти-ревил можно достать, как бы, блин, очень крутая темка. Кто себе хочет, такой пишите в комментарии. Здесь в Клере нашла еще носочки, ручку, блокнот и вот такой вот наборчик с сумочкой Wednesday Addams. Ну вот, я и стала квадробером. Мяу. Ой, смотрите, какие стаканчики Hello Kitty. А здесь еще есть вот такие вот заколочки Lol Surprise. А внизу рюкзак Hello Kitty. Внизу есть очень много Rainbow High. Такая, кстати, смотрите, малиновая красотка. Ну, их мы тоже с вами видели во многих магазинах. Возможно, среди моих ребят, кто меня смотрит, есть фанаты. Но, знаете, есть что-то миленькое. Это набор кошечки. Ветеринарный набор. И знаете что? Помимо, конечно, Lol Haribo, сюрприз здесь есть вообще. Вы сейчас обалдеете. Ой, порванная коробка. Вот такой вот набор. Вау! Больше 100 сюрпризов здесь есть. Конечно, выглядит это супер-супер масштабно. 12 куколок в наборе. Коробка очень тяжелая. Называется Mega Ball Magic. Еще причем достукаж, то есть на нее скидка. Она сейчас 3000 рублей. Стоит 8000 рублей. И да, она огромная. Здесь много подделок. Есть также куколка, которая делает ноготочки. И здесь очень много твинс. Прям они заполонили полки. Есть еще машина Lol Surprise. Кстати, я ее видела в открытом виде. Лет 10-15, может больше. Ну и наверху пупсики. Здесь есть Funko Pop Frankenstein Monster High. Я считаю, это топовая находка. Диван Леди Баг. 50 евро, чтобы, так сказать, ваша жопа сидела на королевском троне. За 5000 рублей за вот это вот легкое. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на меня, смотри мои YouTube Shorts, и там будет очень-очень много новинок кукольных. Вы только посмотрите, сколько здесь кукол, и я очень много всего отсняла для вас интересного. Подписывайся и на мои социальные сети, ссылки в описании. Be cool and crazy. Пока-пока!